Осадки в виде дождя и мокрого снега придут в Нижегородский регион в последний рабочий день на неделе. Правда, они будут носить локальный, кратковременный характер. В целом же будет тепло. Легкий ветер южного направления со скоростью не более 5 метров в секунду заставит удерживать показатели термометра, опережающие среднегодовые, на целых 7 градусов. Температура воздуха при южном ветре в ночные часы будет колебаться от минус 4 градусов на востоке до плюс 2 на западе нашей области. Дневной фон плюс 3, плюс 8. Это по-прежнему выше многолетних значений. В выходные характер погоды кардинально не изменится. Столбики термометров покажут уверенный плюс. Днем 4-6 градусов тепла, ночью от минус 2 до плюс 2. По-прежнему легкий ветер и осадки. Осадки будут кратковременный характер носить. И в основном небольшие. Это преимущественно дождь, морось. Ночные и утренние часы, возможен мокрый снег. Водителям нужно быть внимательными на дорогах. Проезжая часть все еще скользкая, и машина на ней крайне неустойчива.